Привет, ретро-консольщики. Привет, Димон. Привет, друзья. Здорово, Серега. Дим, а ты где вообще? Мы снимать обзор на Neo Geo будем или как? Ну, во-первых, сейчас карантин. Я вот тоже дома сижу. И все дома сидят. А во-вторых, откуда у тебя Neo Geo? Расскажи мне. Ну, мне ее Леха подогнал. Он тут в Германию ездил, и я ему дал партийное задание привезти оттуда пару мини-консолек. Вот он мне как раз подогнал Neo Geo Mini. Про вторую поговорим в другом ролике. Привет, Лех. Привет, Серег. Привет, ребят. Можешь рассказать, как ты купил эту консоль? Я думаю, многим будет это интересно. Что ж, дело было в феврале. Коронавирус в тот момент пугал только китайцев, да бабулек и наших подъездов. Решил уже наконец посмотреть, как живут бюргеры в Германии. Живут они, кстати, офигенские. Я у Сереги спрашиваю, что тебе привезти-то из Германии? Он такой, пиво мне не надо, говорит, привези мне мини-консоли. Ну, пиво я могу и здесь купить, а вот консоль тут фиг достанешь, если только с eBay заказывать. Ладно, продолжай, не буду перебивать. Итак, на третий день, после того, как был осмотрен Рейхстаг и Берлинская стена, решил я все-таки посмотреть, где же эти консоли можно взять. Посмотрел по магазинам, выбрал самые такие известные магазины, которые там есть. Это Saturn, MediaMarkt и разные мелкие магазинчики, которые были разбросаны по всему Берлину. Первым делом поехал я в MediaMarkt посмотреть. А по дороге оказалось, что там есть IKEA. Серег, смотри, это IKEA. Выход. Запах чисто как у нас, короче. Вообще один в один, тот же самый. Чего не напоминает? Потом зашел в Saturn. Это в центре Берлина, пятиэтажное здание, где на каждом этаже какая-то своя тема. Там мини-консоли вообще не было. Блин, надо было тебя еще попросить эту пластиночку привезти джаз группы Queen. Вот, зашел в MediaMarkt. Ну, а там оказался только полноразмерный C64. Это проигрыватель компакт-дисков под ретро. Серег, смотри, какая прикольная штука. Ладно, думаю, пора залезать в интернет, да, собственно, искать какие-то такие частные магазинчики, где все это может находиться. Первый из них поразил меня больше всего. Мини-консоли я там, правда, не нашел, но куча всего была всего интересного. Было огромное количество приставок, огромное количество картриджей. Продается колоритный дед, маленький такой, явно не немец, похоже больше всего на турка, с высоким голоском и по-английски вообще по нулям. А дела у магазина шли отлично, там постоянно прибегали разные курьеры DHL. Эх, было бы у меня столько дисков, я бы купался бы у них как Скрудж Макдак. Кстати, я помню, мы с тобой общались, когда ты в этом магазине был. Все это время Серега был со мной на Телеграме и подсказывал мне, что смотреть. Особенно запомнился запрос Сереги на картридж для NES. Так, это NES-овский картридж, Серег. Тут их дофига. Как бы желательно что-то конкретное, потому что я тут на верхотуре стою. Вот они, тут их много. Чтобы было понятность, в чем сложность, то представьте себе, то стоит шаткая высокая лестница у самого входа, дверь которого постоянно открывается внутрь. И с высокой периодичностью туда-сюда бегают курьеры. Чтобы посмотреть картриджи, приходится тянуться к верхним полкам, держась второй рукой за шаткие же полки под потолком. Так еще и в телефоне Серега просит фоткать ассортимент. Ну или видео снимать там периодически. К сожалению, ничего не так и не купил, но аттракцион был веселый. После этого я пошел во второй магазин. Благо в Берлине все в шаговой доступности и проехался немного на метро. Оно, кстати, маленькое и очень безлюдное. Берлинское метро. Вход, вот эта вот штука, прям с улицы. Заходишь и садишься. И вот пустые вагоны, никого нет. Как так, непонятно. Оказалось в итоге, что не метро было безлюдным, а просто период, когда я там был, оказалось, что народ там мало. Второй магазин хоть и был игровым, и на входе был изображен джойстик, и в интернете про него было написано, что это игровой магазин. Внутри оказалось только БУ Лего. Просто вот представьте, вы приходите в чужую какую-то квартиру, да, где есть дети, и там разломанный Лего лежит. И вот это весь магазин. Остался последний магазин, это сеть GameStop. Притом в Берлине их несколько, Neo Geo оказалось только в одном, притом не в самом Берлине, а в его пригороде. Как мне обещали на сайте, там была консоль, причем последняя, распечатанная, и последний джойстик к ней черный.
Вернувшись в отель, я не удержался, немного поиграл в Neo Geo, только Сереге не говорите. Вообще-то я тут, Лёх. Блин, точно. Но немного, Серёг, и очень осторожно. Ладно, ничего, она все равно уже была вскрыта. Ну, думаю, пришло время распаковывать эту коробочку. Димон, ты готов? Готов, конечно. Показывай, что там у тебя. Что-что? Коробочка с мини-консолью. Как тебе кубик? Прикольный кубик. Так, изображения консоли нет. Да, на передней части только логотип. А на задней игры. 40 штук. Что, все файтинги там? Нет, ну там не все файтинги. Давай об играх мы поговорим позднее. А, хорошо. А вот изображение консоли. Да, консоль изображена с двух сторон. С одной стороны и с другой. Снизу ничего нет. Снизу ничего нет. Ну, открывай уже. Ну что ж, первым делом инструкция. Мои любимые бумажки. Смотри-ка, и русский язык есть. Это значит, что консоль должна была продаваться у нас. Но не доехала. Да, но это, конечно, обидно. Хорошо, что успели купить в Германии. Вот она, красавица. Ну, выглядит роскошно. Управление красивое. Кнопки, экранчик. Ну, все очень стильно, мне нравится. Не, ну красивая же, зараза, да? Особенно при включении горит кружочек вокруг стика. Для джойстиков, смотрю, по бокам USB Type-C порты. Да, здесь по бокам для первого и для второго игрока USB Type-C. Сзади кнопка включения USB Type-C для питания, порт для наушников и мини-HDMI. Слушай, а почему здесь мини-HDMI, а не обычный? Вроде места-то много, можно было встроить обычный HDMI порт. Да, вот это действительно очень странно, почему здесь мини-HDMI. И даже пришлось побегать за переходничком, чтобы можно было ее к телевизору подключить. Но это костыли, конечно. Ну, как-то странное решение, потому что мини-HDMI еще поискать надо. На нижней части, кстати, указана ревизия консоли Neo Geo Mini International. Модель и различная техническая информация. Made in China. Так, коробочка, что там? Ух ты, они еще и наклейки положили. Ну, здорово, можно кастомизировать свой аппарат. Да, вот эти две наклейки клеятся на верхнюю часть консоли над экраном. Можно выбрать одну из двух и наклеить. Или на машину наклеить. Ну, вторую я уж точно на машину наклею. Прикольно, что они об этом подумали. Можно выбрать один из двух вариантов оформления консоли, либо напечатать свой по этим размерам и сделать вообще все по красоте, как ты хочешь. Слушай, ну кабель USB Type-C для питания достаточно длинный. И с логотипом Neo Geo, что приятно. Надо заметить, что ни блока питания, ни шнура HDMI в комплекте нет. И это большой минус. Ну что там еще? Показывай джойстики. Какая стильная коробка, черно-синяя. Да не, ну она не черно-синяя, то черный, синий, красный. Но выглядит на самом деле очень стильно. А джойстик там какой? Да, там черный джойстик. Черной коробочке, черный джойстик. К сожалению, мне Леха смог привезти только черный джойстик, потому что, во-первых, это был вообще последний джойстик. Я-то хотел черный и белый, но белый мне пришлось заказывать на eBay. Так, а в белой коробке у тебя что? Белый джойстик в бело-сине-красной коробочке. То есть все то же самое, только черное заменено на белое. Белый джойстик? Оригинально. В черный-черный, в белой коробке белый джойстик. И на обеих коробочках изображение джойстиков. О, черный джойстик, Neo Geo. Кнопки разноцветные, прям как у Super Nintendo. Наверное, с них слезали. Кнопки видно прям из самой коробочки. Красная, желтая, голубая и зеленая. Инструкция. А русский есть? Черная версия у меня покупалась в Европе, и там русский язык в инструкции есть. Белый покупался на eBay, и там русского языка в инструкции нет. Только английский и разные иероглифы. Давай-ка джойстики сравним, черный с белым. Ну что ж, черные и белые джойстики, они абсолютно идентичны, только один черный, а второй белый. Абсолютно такие же кнопки, абсолютно такие же стики, такие же провода. Провода на джойстиках очень длинные, наверное, 2 метра, не меньше. А штекер USB Type-C вот под таким углом. Стик, ну прям очень такой, очень подвижный. Круче, чем на Мегадрайве. Стик тут очень необычный. Не такой крестик, к которому мы привыкли, а скорее как на современных джойстиках на Xbox, на PlayStation или Nintendo Switch. К
Кстати, стоит отметить, что кнопки располагаются непривычным для нас образом А, Б, С, Д. И, кстати, в оригинальном джойстике они располагались нормально, а не так, как здесь. Ну, джойстик, конечно, красивый. Ничего не скажу. В руках лежит приятно, кнопки хорошо нажимаются. Про крестовину я уже говорил. Ну, джойстики прям вообще на уровне. Очень, очень достойно. Ну что, в целом прикольная консоль. Давай посмотрим на игры. Ну, перед тем, как посмотреть на игры, я хочу сказать о различных ревизиях этой консоли. Первая – это международная, такая как у меня, International. Вторая – это азиатская. И азиатская довольно сильно отличается от версии International. Во-первых, она более цветастая. Снизу у нее идет красная панель такая, а сверху точно такая же синяя. Из-за этого она выглядит более игрушечно, что ли. Плюс к азиатской версии идет наклейка на джойстик, помимо той наклейки, которая клеится над экраном. В остальном они практически одинаковые. Единственная кнопка немножко отличается. Здесь у азиатской версии логотип на кнопке. Ну и, естественно, у азиатской версии не подсвечивается стик. Список игр версии International и азиатской версии тоже различаются. В азиатской версии немного больше файтингов и меньше аркадных игрушек. Для тех, кто хочет посмотреть, какие игры идут в ту или иную версию, я в комментариях на всякий случай оставлю ссылочку. Перейдете, посмотрите, какие версии там сами. В обоих версиях джойстики продаются отдельно, но есть кастомные версии, их несколько штук, в которых идут в комплекте джойстики. В схожей комплектации идут синяя, красная, черная и белая. Там такой полупрозрачный пластик. И там, кстати, вкладывается шнур HDMI. Помимо этого, было еще две эксклюзивные версии. Одна из них рождественская, красная, с красными джойстиками и с кучей наклеек по тематике Рождества. И самая крутая, черная, золотая версия, созданная специально для китайского рынка. Ребят, у нас есть несколько дружественных каналов, которые размещают информацию о нас в своих роликах. Ну и мы решили такую ответочку сделать. А сегодня я вам хочу рассказать о канале Axel Rage. Это довольно интересный канал, там много разнообразных роликов по игровой тематике. И периодически проводятся стримы. Но вот как стримы мне сами не очень интересны, я стримы довольно редко смотрю. Но вот сами ролики периодически поглядываю, чего и вам тоже советую. Вы загляните на его канал, может быть, найдете для себя там чего-нибудь интересного. Но теперь самое время перейти к играм. И весь ассортимент нам поможет посмотреть Павел. Паш, привет. Привет, Серега. Ну что, Паш, скажешь нам свое мнение по поводу оболочки и игр на Neo Geo Mini? Ну что, начнем с интерфейса, пожалуй. Что мы видим в первую очередь? Приятный синий фон, обложки с белыми рамками. Кстати, активная обложка очень сильно напоминает снимок Polaroid. Мне кажется, это весьма прикольно. Правые иконки настроек. Давай посмотрим настройки. Так, что мы здесь видим? Язык. О, тут и русский есть. Есть русский, отлично. Сортировка. По умолчанию и по воспроизведению. Экран. Так, можно поставить 3:4 и растянуть на весь экран, как некоторые любят. Оптимизация качества, сброс настроек. Все по стандарту. В целом все очень понятно и интуитивно. Да и выглядит это весьма минималистично, но лаконично. В общем, мне нравится. Теперь давай поговорим об играх. Кстати, хоть версия аркадная, но закинуть монетку у тебя, конечно же, не получится. Поэтому и конты не бесконечные. И перемотки тоже нет. Но спасает, как всегда, сохранение и загрузка. Итак, Metal Slug – культовая серия игр в жанре шут-эм-ап, берущая свое начало в 1996 году. Данный шедевр не раз портировался на всевозможные игровые консоли, обладает весьма насыщенной графикой, хорошим звуком и затягивающим геймплеем. В излишнем представлении она не нуждается. И да, на данной консоли 5 частей из Metal Slug X. Далее в списке идут две части одноименной игры King of the Monsters, некая квинтэссенция файтинга и битэмапа. Помимо того, что ты ходишь, крушишь здания, ты также бьешь друг другу морды. В принципе, отличная игрушка, веселая, с классной графикой, с интересными персонажами.
Сингоку 3. Лучшая часть серии. Битэмап с применением холодного оружия. Для начала нам дается 4 бойца, но по мере прохождения этапов открывается еще 2. Игра запоминается весьма интересными локациями и забавными врагами. Далее идут 2 весьма пресных платформера – Magician Lord и Blue Journey. В первой вам представится возможность поиграть за Лорда Мага и пострелять волшебными штуками. Также в процессе игры вы можете прощаться всяких существ, которые тоже обладают своеобразными атаками. В целом, игра монотонная и не особо увлекательная. Во второй же вы некое антропоморфное существо – жук-человек. Вы можете оглушать своих врагов, хватать их и кидать, и параллельно собирать гербарий. Такое себе. Shock Troopers, 2 части. Игры отличаются визуально, но содержимое остается такое же. Кровь, кишки, убийства и море экшена. Отличная стрелялка с видом сверху. Вот Shock Troopers мне зашла как раз таки больше всех из этих игр. Оторваться просто невозможно. Особенно вторая часть. Графика потрясающая, а вдвоем играть одно удовольствие. Робо-армия. Как мы понимаем из названия, игра про армию роботов. А точнее, про искусственный интеллект, что поработил весь мир. И мы в роли бравого киборга освобождаем людишек от гнета машин. Отличный битэмап, красивый и, как большинство игр от SNK, затягивающий. Crossroads. Удивительно необыкновенная штука, отдаленно напоминающая Punch-Out. Здесь мы играем за рыцаря от третьего лица. Примечательно, что сам персонаж контурный, а меч и щит отрисованы полноценно. Из-за такого необычного исполнения отлично удается парировать и атаковать врагов. Советую ознакомиться. Mutation Nation. Стандартный битэмап с режимом игры на двоих. И все как обычно. На землю нападают негодяи, а мы освобождаем ее. В меру скучный геймплей разбавляется получением дополнительных возможностей в течение всей игры. Freakin' Ball. Здесь у нас находится рестлинг. Что в первую очередь бросается в глаза, это крупные спрайты, но сильно похожи между собой. Отсутствие разнообразия арен не сильно напрягает. Играется весело, но быстро надоедает. Хотя я знаю парочку людей, которые бы провели не один час в режиме PvP. Итак, у нас получается 17 экшен. Далее пачкой идут файтинги. Такие как King of Fighters, Art of Fighters, Samurai Showdown, Fatal Fury. Всего их 16. Для тех, кто устал крошить, ломать и убивать, имеются 3 спортивных игры. Это гольф, футбол и американский футбол. Также можно расслабить ум и сыграть в разновидность Тетриса под названием Пазл. И на закуску любителям полетать и пострелять многими любимые шмапы. 2 с видом сбоку и 1 с видом сверху. Как говорится, все мерцает, и я стреляю. Спасибо, Паш. Было очень интересно послушать про игры. А теперь я хочу сказать парочку слов о портативном режиме. Во-первых, тут немножко отличаются настройки. В настройках появляется яркость и громкость. Плюс исчезает настройка экрана. Это когда можно было изображение растягивать на полный экран или включать фильтр сглаживания. Пару слов по поводу экрана. В принципе, вот если играть в портативном режиме, то его достаточно для одного человека. Вдвоем уже будет играть довольно затруднительно. В идеале, конечно, эту консоль брать с собой в дорогу, в метро, там, в автобусе или просто в лесу поиграть. Но в ней нет аккумулятора, и поэтому ее придется как-то питать от пауэрбанка, что не очень удобно на самом деле. Кстати, насчет оптимизации. Оптимизация, ну, не очень, если честно, потому что в некоторых играх, когда появляется огромное количество объектов, консолька начинает притормаживать, и, честно, это не очень приятно. Еще хочу сказать пару слов о взломе этой консоли. Она взламывается, но я еще ее не взламывал. В принципе, как я посмотрел, взлом не очень сложный. То есть подключается питалово по Type-C, подключается к компьютеру по Type-C через второй джойстик и снимается нижняя крышка. То есть отклеиваются резиновые вот эти ножки, под ними винтики. Эти винтики откручиваются, снимается крышка, и там есть кнопочка для загрузки. После этого вы устанавливаете специальную программу. Я не буду выкладывать ссылку, потому что я еще не проверял ее.
Но если кому-то интересно, вы можете сами скачать и с помощью этой программы залить сюда свои любимые игры. Причем не только как от Neo Geo, но и от других консолей. Теперь самое время подвести итоги. Мне эта консоль очень понравилась, даже несмотря на все ее минусы. То есть можно поиграть одному в портативе, можно поиграть вдвоем, подключив к телевизору. На ней хорошие игры, ее можно прошить. Ну, еще мне интересно, что думают ребята по поводу этой консоли. Ребят, что вы думаете? Расскажите свое мнение. В целом Neo Geo Mini оставляет приятное ощущение от игры. Плюсов больше, чем минусов. Ну и, конечно, рано или поздно ее можно прошить и значительно расширить библиотеку игр. Тем самым продлить удовольствие. Когда играл в него в отеле, мне показалось очень ненадежными переключатели и кнопочки. Ну, экранчик маловат. Если вот играть он именно к ней подключать к телевизору, то, конечно, страшно, что можно сломать. А в целом игры, конечно, классные. Ну, что бы я хотел сказать про эту мини-приставку? На мой взгляд, консолька удалась. Ну, во-первых, игр большое количество. Во-вторых, множество игр для двоих. Отличные битэмапы, отличные файтинги. Есть платформеры. В общем, качество исполнения очень достойное. Конечно, жалко, что надо джойстики докупать и мини-HDMI кабель. Но в целом, ну, аппарат отличный. К сожалению, в нашей стране, ну, Neo Geo практически никто не знал. Да, в журналах «Великий дракон» что-то писали про эти файтинги. Что-то выходило на Super Nintendo из файтингов. Например, World Heroes 2. Что-то на Sega. Ну, это было очень мало и очень редко. Art of Fighting, например, или еще какие-то. Ну, вот. Мы про эти игры мало знали. Вот. А так, в целом, мне консоль очень понравилась. Отличный вариант для коллекции. Да и просто поиграть, постримить. Просто супер. Теперь я хочу спросить у зрителей, как вам вот эта консоль, понравилась или нет? Стали бы вы себе такую покупать или все-таки купили бы что-нибудь другое? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и если вам понравился этот ролик, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. Я на самом деле кучу времени потратил на монтаж этого ролика, на съемки, и ребята потратили кучу времени, потому что приходилось это записывать, пересылать друг другу. Сложностей было много, и я думаю, маленький лайк мы все-таки заслужили. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До встречи. Увидимся.